Добрый день. Обзор второго тура для вас подготовил международный мастер Владимир Барский. Во втором туре чемпионата мира среди юниоров, который проходит в Ханты-Мансийске, не случилось каких-то громких сенсаций, но зато было немало интересных партий и ряд фрагментов мы сейчас посмотрим. На доске позиция из партии перуанского гроссмейстера Хорхе Кори, который играл с шахматистом из Киргизии Тагиром Таалайбековым. В первом туре Хорхе Кори, один из фаворитов чемпионата, свою партию проиграл. Но во втором туре он, можно сказать, взял убедительный реванш, выиграл красивую партию. В этой позиции ход белых. Черные последним ходом сыграли слон h3, напали на ладью g2. Они хотят помешать белым сдвоиться ладьями по линии g. Но Хорхе Кори не стал уводить ладью из-под боя. Он сыграл ладья g1. Второй ладьей на g1. Видите, вокруг черного короля очень слабые белые поля. И перуанский гроссмейстер справедливо посчитал, что слабость белых полей будет более чем компенсировать недостающее качество. Черные побили на g2. Но если бы они уклонились от взятия, скажем, сыграя ладья g8, тогда белые настаивают. Играют ладья g4, нападают на слона h4. Черные бьют слона, белые бьют. И видите, слона на h4 некуда деваться. У него все поля отняты. Ну а играть g5, защищать слона тоже не вариант. Слон подключается к атаке, все закончится через несколько ходов. Поэтому черные побили на g2, белые побили ферзем, ладья e7. Защитились от мата на g7. Но теперь слона не поймать, если пойти ферзь g4, то ферзь g4, ладья g4, у слона появилась клеточка на e1, слон убежал. Но Кори не для этого жертвовал качество. Он хочет поставить мат. Ферзь g6. Хочет использовать слабость белых полей, как мы уже говорили. Черный сыграл ладья f8, подводя защиту еще и вторую ладью. И тут очень интересный момент. Белые уже они пожертвовали качество, сейчас они жертвуют еще и коня. Конь бьет d6. Все ради чего? Ради того, чтобы освободить поле для своего слона. Но объективно, если анализировать эту позицию с помощью компьютера, то компьютер показывает, что здесь сильнее ход ферзь h5. Нападая просто вот так вот, нападая на слона. Компьютер вообще такой грубый материалист. Здесь, правда, у черных есть интересная защита. Слон f2. Слон нападает на ладью. И если белые бьют слона, то черные играют. Ферзь бьет e3, нападают на коня и активизирует фигуры. Тут у черных неплохая контр-игра. Но на самом деле на ход слон f2 очень сильно ладья g6. Да, например, слон бьет e3. Еще один красивый ход. Ладья бьет g6. Король не может уйти, просто мат. Поэтому gh. Ферзь бьет h6. Король g8. Слон бьет f6, ну и белые здесь побеждают, то есть они все фигуры участвуют в атаке. Слон, конь, еще один слон, ферзь, грозит ферзь h8, слон h5, очень много угроз. Такой вот красивый и сложный вариант надо было найти. Тогда можно было белым сыграть в этой позиции ферзь h5. Но, как я уже говорил, перуанский гроссмейстер пожертвовал коня, конь бьет d6. Теперь правильная защита была слон f2, после этого черные могли еще сопротивляться. Хотя у них позиция плохая, после примерного слон e4, ферзь g8, ладья g4, слон бьет e3, конь f5. Позиция очень плохая, вот видите, все фигуры атакуют, оба слона, конь, ладья сейчас отсюда зайдет. Позиция плохая, но как-то еще можно жить какое-то время. А черные пошли по пути наименьшего сопротивления. В ответ на конь бьет d6 они просто побили коня. Тогда слон e4. И вот она,
Это самая пресловутая слабость белых полей. Грозит ферзь h7. Но какой-то такой защиты f5 нет, потому что ферзь теряется. Бить ладья, бить слона тоже не может, потому что ладья защищает пешку g7. Получается, что единственный ход король g8. Попытаться убежать. Тогда белый играет ферзь, бьет h6. Ферзь бьет h6, пользуясь тем, что пешка g7 связана. Ну, черная пытается перекрыть эту линию, играет слон g5. Ферзь h7, шах. Король g6. Король f7. Ферзь g6, шах. Ну и здесь, может быть, черные уже были в сильном цейтноте, или просто не заметили. Они сыграли здесь король e6 и сразу же получили такой вот симпатичный мат. Слон f5. Видите, по белым полям белые фигуры пришли. Конечно, лучше было в ответ на ферзь g6 сыграть король g8 упорнее, но это все равно не спасало. Из-за чего? Король f7, слон g6, шах, король e6. Белые как по нотам, а не по этим белым клеточкам, дают шахи. Ферзь h5, король g8. Ну и, наконец, заключительная карта. Шах. Нет, еще не заключительная. Надо слона побить. Надо побить слона, чтобы он не смог перекрыть линию h. Так. Шах. Сюда. Шах. Сюда. Такая вот длинная, красивая атака по белым полям с жертвами. Сначала жертва качества, потом жертва фигуры. Хорхе Коре одержал победу.